На днях глава американской компании SpaceX Илон Маск презентовал прототип многоразового корабля Starship. Этот корабль в будущем и должен, наконец, доставить людей на Марс в соответствии с планом Маска. Но долетит ли он до Марса и доставит ли он туда живых людей или трупы, что, скорее всего, это вопрос открытый. Завороженные пиар-талантами Маска и перспективами высадки на Красную планету, эксперты предпочитают не обсуждать, что случится с людьми во время длительного перелета и не сойдут ли они с ума, оказавшись в 55 миллионах километров от Земли. Фигура Маска, как известно, вызывает большие кривотолки, но у него есть один бесспорный дар – он умеет продавать мечту. В 60-е годы прошлого века этой мечтой жило целое поколение наших школьников, которые распевали песни о том, как на Марсе будут яблони цвести. Так вот, Маск продает эту же мечту, только уже в начале 21 века, когда для этого больше технологических возможностей. Он как бы обозначает перспективу для человечества, и за это оно прощает ему многое. Рассказывает Александр Марков. Илон Маск эффектно смотрелся возле громадной серебристой ракеты. Очертаниями она напоминала космические корабли, которые рисовали на обложках фантастических книг в эпоху золотого века американской фантастики. Не из этой ли категории и новый проект Илона Маска? Он назвал ракету Starship, то есть звездный корабль. Его высота 50 метров, грузоподъемность до 150 тонн. Но пока это, по сути, лишь выставочный экземпляр. Консервная банка, красивая, но никуда лететь не может. Вот что об этом говорит космонавт, герой России, депутат Госдумы Елена Серова. У него есть определенные достижения, это нельзя отрицать. Вот, и тем не менее, пока не будет представлен реальный корабль, о котором мы сейчас с вами говорим, ну, мне кажется, сложно тут что-то прогнозировать и предсказывать. Среди достижений Илона Маска, к примеру, полет ракеты-носителя «Фалькон», которая вывела на орбиту сразу 60 спутников связи. Первый успешный запуск этой ракеты состоялся еще 11 лет назад. С той поры компания SpaceX, возглавляемая Маском, провела 78 подобных запусков. Он обещает через полгода вывести на орбиту и Starship. Возможно, ему это удастся. Ничего фантастического в этом нет. Но будет ли это именно тот корабль, о котором говорит Маск? Ведь он уверяет, что его Starship сможет взять на борт 100 человек и в перспективе доставить их на Марс. 100 человек на Марс! Это вообще невозможно в ближайшем будущем и по многим причинам. Нужно провести комплекс испытаний, во-первых, да? Во-вторых, подготовить определенные технологии и на Земле, и на орбите, и в дальнем космосе. Это и для связи, и для управления, и даже для обеспечения, жизнеобеспечения жизнедеятельности или тех существ, которые полетят туда, или человека. США и Советский Союз смогли создать корабль, в котором хватало места лишь для 8 человек. Причем сейчас эти корабли не летают, а Маск говорит об экипаже из 100 человек. Мало того, что его проще строить на орбите по частям, как МКС, а не запускать целым Земли, как предлагает Маск, но откуда взять для него двигатели? И как Маск собирается решать вопросы жизнеобеспечения? Международную космическую станцию строят, как говорится, всем миром на протяжении более 20 лет, но там максимум может жить с десяток космонавтов. У человечества пока нет технологий, которые смогли бы обеспечить полет 100 человек. Для них просто не хватит места на ракете Маска. Элементарные расчеты показывают, что Starship даже не сможет в нужных количествах взять на борт воды и продуктов для них. Кроме того, как же он собирается защищать экипаж от космических излучений? Любая вспышка на Солнце – это смерть для человека. А у нас таких средств еще нет. Если мы говорим про систему жизнеобеспечения, они есть, но пусть для маленького количества, но они есть. А средств защиты от такого излучения пока нет. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин внимательно наблюдал за презентацией звездного корабля и сообщил, что проект его не впечатлил. Мы запросили мнение технических специалистов. Они считают, что реализуемо из того, что было сказано, процентов 20. Все остальное – это обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекты, который тоже нужен для привлечения инвесторов. Белый шум – это заявлять в Московском университете, что Россия полетит на Луну в 2030 году и проверит, были там американцы или нет. Белый шум – это топить ракеты «Союз» на дне Тихого океана. И белый шум – идти против олигарха, который мечтает о космосе, в то время как наши олигархи мечтают о еще большем бабле за меньший счет для своих
работников. Здравствуйте, это синий шум по определению Рогозина. Политическая передача, на сей раз вновь постскриптум. Вот так, подождите, не сюда зашел. Вот сюда. А сейчас... Да. Так. Я сразу начну с российской экономики. И постараюсь не кричать, как это делают Ольга Скобеева и Попов в программе «60 минут». Профессор НИИ ВШЭ, Высшей школы экономики, Наталья Тихонова сделала доклад на российско-французской конференции, из-за которого следует, что средний класс в России насчитывает почти 40% населения. Однако при рождении детей и выходе на пенсию люди, как правило, выпадают из этой прослойки населения в более нищую касту. Ну что ж, да здравствует движение Child Free и работающие пенсионеры. Благосостояние россиян с каждым годом ухудшается. Особенно, как ни парадоксально, материнские блага ухудшаются у людей с высшим образованием. Так же у них падает социальная защищенность, ибо все меньше и меньше на рабочих местах лиц с высшим образованием соблюдается трудовое законодательство Российской Федерации. Средний россиянин получает зарплату уровня 2014 года, в то время как стоимость жизни с этого периода в России выросла в несколько раз. Рост стоимости жизни вырос на 20%. А вот у тупоголовых россиян, которые кричали в 2014 году, что «Карандаш! Карандаш!» и голосовали за Путина в 2018 году, в 2019 доход резко упал. Жрать будете скоро свое говно. Потому что больше вам не на что будет. Покупать продукты. Так вот, доход россиян несколько снизился аж на четверть по сравнению с 2014 годом. При этом, несмотря на то, что средний класс в России достиг 40% от населения страны, если брать за основу средний класс как понятие западнолиберальной модели экономики, которой у нас и близко нет, то ему соответствует только 7% россиян. Хотя в стратегии 2020, помните, такая стратегия была, утверждалось, что в 2020 году доля среднего класса в России по западным лекалам превысит 50% населения. Тут, правда, конечно, в доклад вмешался пресс-секретарь, президента Песков. Ну, доклад вот этой самой ученой на русско-французском форуме. И сказал Песков, что вы знаете, ну да, прирост среднего класса в России вместо 50% достиг всего 7%. Кто бы мог подумать? Однако эта цифра недостаточна для того, чтобы оценить работу правительства и президента. Дмитрий Сергеевич, как раз по этой формуле, по этим показателям и надо оценивать работу правительства и президента. И более того, я вам скажу, средний класс россиян уже именно по этому показателю и оценивает работу правительства и президента, когда идут на всякие несогласованные митинги и на марши до администрации президента. Как раз, если вы замерите долю протестующих в Москве, то окажется, что это не дети вышли за Навального там голосовать, а это как раз в большинстве своем вышли именно представители среднего класса, которые понимают,
что скоро они будут низший класс, а не средний при такой политике Кремля. Как раз есть и другая статистика, да, по которой в России бунтуют больше всех. Больше всех ходят на митинги как раз средний класс. Средний класс в России – это сейчас ядро протеста. Потому что такие, как Дмитрий Сергеевич Песков, работают на улучшение благ олигархов. То есть на, так сказать, VIP или топ-класс россиян. Да, тем действительно хорошо в России. А вот остальным, ух, как не сладко. Дмитрий Сергеевич Песков почему-то на русско-французском форуме забыл добавить, что, например, можно было бы остаться в среднем классе общества с детьми, если бы он со своим начальником, фюрером России, вели бы по всей России без... вводили бы бесплатные секции по России в школах. Но нет, у вас ребенок, платите за все втридорога, за одежду, за брюки, за школьную форму, за секции, все платите за кресло в автомобиле, да. Платите, платите, платите. Поэтому люди, молодые семьи в России, чаще всего отказываются от детей. Их замещают как раз дети мусульман, что приведет в конечном счете, рано или поздно, к вымиранию россиян как русских. И останутся в России только кавказцы. Про пенсионный фонд я вообще промолчу. Ибо о покойнике хорошо, либо ничего. Получается, как раз правительство России и президент работают только на 7% эффективно от 100. То есть... на 93% неэффективно. С чем я вас, россияне, поздравляю. Стратегия 2020 утверждена в 2008 году, когда не было санкций Крыма, когда Россия не участвовала в войне в Сирии. То есть стратегия 2020 была полностью и Медведевым, и Путиным провальна. И не была она реализована в должной мере. Все те экономисты, светочи экономической теории, кто писали эту самую экономическую модель, по которой де-факто живет сейчас Россия, они потерпели фиаско. Кто в 2008 году, когда была все-таки война с Грузией, но территории-то не оттяпали. Кто мог подумать, что так все обернется? Вот что думает по этому поводу средний класс россиян. Цитата. «Наша страна построена таким образом, чтобы гнобить, душить своих граждан, плевать на их права и комфорт. Полностью с этой формулировкой среднего класса согласен. И поэтому средний класс бунтует. Он за либеральную модель развития экономики. Он за сменяемость власти. Он против духовных скреп. Но кто же его будет спрашивать? На то он и средний класс». В Сбербанке произошла утечка данных. Никогда такого не было, и вот опять. Чем это грозит клиентам?
и как защитить свои деньги. Персональные данные клиентов Сбербанка утекли на черный рынок. Это затронуло минимум 200 тысяч клиентов банка, заявили в пресс-службе банка. Как стало известно позднее, это сами сотрудники Сбербанка сливали данные о клиентах на черный рынок под предводительством некого гражданина, чье имя и фамилия не раскрываются. Известно только, что он уроженец 1991 года и имел доступ к базам данных Сбербанка в силу его выполнения служебных обязанностей в банке. Он осуществил хищение клиентской информации в корыстных целях. Но не только он один, чье имя неизвестно, а подвиг его, так сказать, бессмертный, но и 35 человек, в их числе 4 топ-менеджера банка, сливали информацию о клиентах в Darknet, то есть в черный интернет. Герман Греф принес свои извинения клиентам банка. Но фарш нельзя прокрутить назад, и данные клиентов уже безвозвратно утекли в сеть. С чем я вас и поздравляю. У Сбербанка такая передовая защита от хакеров, который постоянно хвастается Греф, но мошенники заходят с другой стороны. Они в Сбербанке используют ворованные паспортные данные, через них в Сбере они оформляют кредиты, вешают свой долг на других, продают и покупают незаконно недвижимость клиентов Сбербанка. Распределяются банковскими картами клиентов Сбербанка по своему усмотрению и без их ведома. Открывают в Сбербанке электронный кошелек, или точнее электронные кошельки, для отмывания денег. И после этого Герман Греф, как ни в чем не бывало, на белом глазу заявляет, что у Сбербанка самая эффективная защита в стране. Вы поймите, я нисколько не сомневаюсь, что у Сбербанка эффективная защита. Но иногда против есть подозрение, что против Сбербанка действуют, ну, скажем так, не совсем рядовые хакеры, а хакеры в погонах с Лубянки. И вот против них защита Сбербанка неэффективна. Издание Life News советует почаще менять логины и пароли банковской карты. Но их трудно запомнить. Особенно, когда часто меняешь. Поэтому мой совет состоит в другом. Из личного опыта захожу в Сбербанк, чтобы обналичить кэш. И тут ко мне пристает сотрудник банка, которого я вижу в первый раз. И говорит: молодой человек, скажите мне, пожалуйста, ваш номер телефона. Ну, дабы якобы защитить ваши персональные данные. На что я ей резонно отвечаю: а с чего вдруг я буду говорить незнакомому сотруднику Сбербанка, который пристал ко мне около банкомата, свой номер телефона? Я просто зашел снять деньги с банковской карты. Поэтому я незнакомому сотруднику Сбербанка свой номер телефона не скажу. Девушка, сотрудник банка, на меня обиделась. Я категорично ответил, что нет, вам я не скажу ни мой логин, ни мой пароль от карты, ни тем более номер телефона. И вот сейчас, после этой новости, я думаю, а ведь если бы та девушка узнала бы мой номер телефончика, значит, получила бы доступ к моей банковской карте. И значит, могла бы слить инфу обо мне на черный рынок.
Так что мой вам совет, если вы просто идете снимать деньги с банкомата и к вам представят сотрудники Сбербанка, особенно если вы их видите в первый раз, то не надо даже из благих целей сообщать свой номер телефона. И уж тем более пароли. Они, пользуясь, сотрудники Сбербанка, пользуясь своим положением, могут ваши данные легко слить на черный рынок и в Даркнет, а то и напрямую мошенникам. В других банках ситуация такая же, просто к ним приковано меньше внимания из-за того, что Сбербанк обслуживает еще счета и по ЖКХ, и штрафы. И мошенники этим пользуются, и пользуются. Видите, что называется, сотрудники банка в сговоре. И эта новость еще раз это доказывает. Но это все цветочки. Ягодки будут для клиентов Сбербанка, а я один из их числа, к сожалению, когда на полную катушку заработает биометрия. Тогда у Сбербанка будут храниться все данные граждан. То есть не просто логины, пароли и номера телефонов, а и всякие различные выписки, например, из больницы, из суда, и отпечатки пальцев, что еще, ДНК и другие биоматериалы. И Сбербанк будет обладать той информацией, которой сейчас обладают разве что сотрудники ФСБ и МВД. И это действительно опасно, ибо пусть номинально, пусть там тоже много продажных лиц, но все-таки ФСБ и МВД служат государству, хотя бы официально. А кому служит Сбербанк и лично Герман Греф? Большой вопрос. Явно, не путинскому режиму. Хоть и притворяется, что служит путинскому режиму Герман Греф и его Сбербанк. На Кубани налетчики захватили завод и расстреляли охранников. Добро пожаловать в 90-е. Снова, опять, мы привыкли думать, что сейчас, в отличие от тех лихих лет, Путин, ФСБ и МВД все жестко контролируют. А выясняется, что они не контролируют ничего и нифига. Их давно уже победила коррупция, и лихие 90-е вновь вернулись в нашу страну. С чем я вас и поздравляю. У нас здесь, в смысле на Кубани, произошел рейдерский захват. Самый обычный рейдерский захват предприятия в 90-х годов с огнестрелом. Только вот уже время почти 20-е, 21 века, а мы все еще живем последними годами века 20-го. К сути, в городе Славянск на Кубани Краснодарского края 8 неизвестных мужчин утром 4 октября совершили налет на консервный завод «Кубанские деликатесы» и забрали и забаррикадировались внутри предприятия. Налетчики расстреляли в упор охранников и взяли в заложники находившегося внутри завода людей. К счастью, охранники остались живы. Сотрудники завода позвонили в Интерфакс и заявили, что у нас идет стрельба, передает российская газета. Тут сразу вспомним слова Путина о целях и задачах Росгвардии, которую он создал. Это контролировать оружие у граждан. Сотрудники Кубанской Росгвардии по Краснодарскому краю, видно, про это ничего не слышали. Но не все так однозначно. И прибывший к месту ЧП ОМОН все-таки смог без потерь освободить заложников
у рэкетиров. По данным Интерфакса, этот консервный завод зарегистрирован был в 2003 году. Им владели двое бизнесменов. Это Иван Радченко и Владимир Скрипка. Но 27 сентября этого года Радченко попытался выдавить из доли Скрипку посредством назначения управляющих завода через Ирину Крючкову, Анну Голубицкую и Юлию Залевскую. Это было сделано в ответ на попытку выдавить из доли Скрипки самого Радчина посредством назначения своих управляющих заводом. 5 июля сего года Радченко не стал что-то там выдумывать и оформил долю своего компаньона на своих сыновей Ивана и Антона Радченко. В результате этих действий возник конфликт на консервном заводе, который по версии МВД и привел к вооруженному нападению на завод. Вот, собственно, и все. Это совершенно обычная новость для лихих 90-х, что два бандоса не поделили завод, а в заложников в прямом и переносном смысле стали сотрудники этого завода. У нас принято рассказывать по ТВ, что мы уже давно ушли от тех лихих времен, что Путин вывел бизнесменов на чистую воду и на белую зарплату для сотрудников. Ну как же, конечно. Вот он, рэкет на заводе. Ну, прям как 20 лет назад. От чего ушли, к тому и вернулись. И самое главное, стрельбу на заводе можно было предотвращить, как рассказывала жительница Славянска на Кубани Наталья Смола в интервью ОТР. На завод незадолго из Краснодара приехали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД, сокращенно ОБЭП. Но уехали, вместо того, чтобы разбираться с ситуацией, уехали незадолго до стрельбы с набитыми под завязку карманами от взяток. И ничего ОБЭП не решил. В результате все закончилось стрельбой. В дело подключились ФСБшники. А это означает лишь одно, что ОБЭП брал взятки как и от Радченко, так и от его компаньона Скрипки. Ну, а к чему это привело, мы с вами прекрасно знаем. Я надеюсь, что ФСБшники накажут продажных мусоров из краснодарского ОБЭПа. Все. В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Давно пора, ибо к депутатам от «Единой России», даже внутри самой России, давно назрели такие вопросы, которые требуют допроса. Но ФСБ с СКР такое идут, к сожалению, крайне редко. А вот ФБР нет. ФБР — это вам не продажные мусора, которые отжимают бизнес у нас в стране. ФБР вновь доказало, что они служат порядку, закону и справедливости. Депутат Инга Юмашева под предлогом конференции в Штатах хотела там завести свой не вполне легальный бизнес и, как водится у депутатов Госдумы, оформить его на третьих подставных лиц, в данном случае граждан
США, но то, что возможно в России, по определению невозможно в США. И поэтому, когда депутат Юмашева прибыла в аэропорт Нью-Йорка, ее доставили на допрос к сотрудникам ФБР, которые с точки зрения американского закона разъяснили гражданке Юмашевой, что в США можно... Можно делать, а что запрещено законом, а что и что в Штатах нету, так не понятий, а есть только закон, и он один для всех, который должны выполнять в том числе и иностранцы из русской мафии, чьи интересы ездила защищать в Штаты Инга Юмашева. Вот, собственно, и все. Но дальше начались кривотолки посла русской мафии в США Анатолия Антонова. Дескать, сотрудники ФБР предложили Юмашевой пойти в кафе на неформальную встречу, там чуть ли ее не изнасиловать. Что Юмашева по косым взглядам поняла, что же от нее на самом деле хотят сотрудники ФБР. Из-за этого родилась версия, что Юмашеву посредством компромата, видео с ее изнасилованием, которое... Возможно, было бы согласись она на встречу в кафе с ФБРовцами. Посредством видеопленки с изнасилованием в кафе ФБРовцы хотели якобы завербовать как шпиона США внутри России Юмашевой. И вся такая же ахинея российских властей в подобном духе следует. А теперь к сути, к постскриптуму, так сказать. Во-первых, ФБР не вербует граждан других стран. Этим занимается ЦРУ. Наоборот, ФБР вычисляет шпионов других стран у себя в Штатах. И если у ФБР возникли вопросы к Юмашевой, то это может означать, что сама Юмашева шпион и диверсант, агент службы внешней разведки в США. И конференция «Диалог Форт Росс» — это лишь прикрытие для легальной разведдеятельности внутри Соединенных Штатов Америки в пользу России, которую пресекла как раз ФБР. В-третьих, так, действительно, США показывают силу, ибо мы не можем себе представить, что какого-то либо конгрессмена в аэропорту Санкт-Петербурга допросили бы ФСБшники, просто потому что конгрессмены и сенаторы США плевать хотели на банановую нефтегазодобывающую республику России. Они заняты как раз делами, интересами своего государства. А вот депутаты и сенаторы России от Госдуры и Совета Федерации как раз мечтают отправиться по стопам Юмашевой на какую-нибудь халявную конференцию в Сан-Франциско за госсчет. Для наших депутатов как раз родина не важна. Они ищут себе, пользуясь властью, запасные, в кавычках, аэродромы. Не всегда легальные, кстати, как в деле Юмашевой. И поэтому принимают такие изуверские законы, по которым у семьи можно отнять ребенка, если семья, ну, семья кто? Муж с женой вышли на митинг. Так что ФБРовцы молодцы. Для них нет авторитетов. Если ты депутат Госдумы, но хотя бы покусилась на нарушение американского закона, то будь готова к жестким допросам. Как ни парадоксально, ФБРовцы
служат как раз в том числе и российскому закону, так как их коллеги из ФСБ закрыли глаза на преступления Юмашевой внутри России. Здесь ФБР можно поставить в пример ФСБ. И вой всяких Володинах и Захаровых тому подтверждение. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Войска Эрдогана ждут, ну, к этому моменту уже вошли, то есть к этому моменту уже начали операцию «Источник мира» на севере Сирии. Пока обдумайте это, сейчас я посмотрю. Президент Турции Эрдоган настроен провести военную операцию в Сирии в самое ближайшее время. И у него уже есть договоренность со штатами, что те уводят свои войска с севера Сирии. То есть перестают защищать курдов. После этого Эрдоган ударит по северу Сирии из всех стволов. И у нас... и уже войска турецкой армии приведены в полную боевую готовность. Сейчас они стягиваются на сирийско-турецкую границу. И уже турецкие ВВС нанесли первые удары по северу Сирии. И уже на полную развернулась артиллерия Турции и вдарила по курдам. Все ждут, когда же уже турецкие моторизированные части и танковые войска пересекут границу Сирии и начнут военную операцию, в том числе и против президента Сирии Башира Асада. Эту операцию Эрдоган назвал «Источник, родник мира». Эрдоган заявил, что турки должны внезапно войти в Сирию и решить вопрос Сирии раз и навсегда. И учитывая то, что первые удары армии Турции пришлись не по курдам, а по войскам Башара Асада, с которыми курды договорились о мире, то слова Эрдогана, что вопрос Сирии должен быть закрыт раз и навсегда, не могут быть трактованы по-другому, как начало военной операции Турции не просто против курдов на севере соседней с Турцией страны, а против вообще в Сирии, в том числе и президента Асада и его союзников России и Ирана. Вот такой вот турецкий гамбит. После этой новости стало уж слишком очевидно, зачем Турции наши комплексы С-300 и С-400, которые они купили недавно у России. Они для того, чтобы турки сбивали самолеты России. Ведь понятно, что если турки идут против Асада, это означает, что турки идут и против России. И турки будут уничтожать базу российских войск в Хмеймиме и в Латаке. По крайней мере, так попытаются сделать. Возможно, базу удастся отбить. Но это все дело пока будущего. И США по договоренности с Эрдоганом будут помогать в этом деле, в деле свержения президента Башара Асада и изгнания российских и иранских войск с территории Сирии. Вопреки российской пропаганде, которая заявляла о том, что Турция и США разругались, они объединились против курдов, против Асада и против российских войск в Сирии. Для Кремля это стало полной, тотальной неожиданностью, как для Сталина 22 июня 1941 года. Имея наши технологии, наши С-400 «Триумф», турецкая армия сможет зажать российскую армию в котел и изгнать ее из Сирии, как и маджахеды в Афгане в 1989 году изгнали советскую армию. Кремль был в шоке ровно сутки. Потом Путин
позвонил Эрдогану и буквально умолял не трогать ни Асада, ни российские войска. Эрдоган все-таки тронул российские войска Асада, да еще как. А вот что касается российских войск, то тут пока, к счастью, он их действительно не трогал. Но это только пока. Эрдоган объявил, что турецкая армия должна взять под контроль Идлиб, который не сумел взять российские войска, и начать наступление на Алеппо. А наступление Алеппо — это уже против Асада. А я предупреждал Кремль, что так и будет, что нечего поставлять наши комплексы в страну, с которой больше всех Россия воевала в истории. То, что сейчас творится в Сирии для России, это еще цветочки. Ягодки от Эрдогана будут впереди, когда крымские татары, окрыленные военной операцией Турции в Сирии, поднимут вооруженное восстание и запылают настоящей войной уже и сам Крым. Да не оккупацией, а настоящими боевыми действиями. Кремль меня не послушал, как всегда. Надеюсь на дружбу с Эрдоганом. А Эрдоган не просто предал дружбу с Россией, он в шаге от новой русско-турецкой войны в Сирии и в Крыму. И дело тут не в том, что Эрдоган хочет уничтожить российские войска в Сирии, а дело все в том, что Эрдоган — непримиримый враг Сирии, Асада, а те, кто, как говорится, друг моего врага, мне враг. И все, Эрдоган, как Гитлер, подписал сначала все договоренности с Россией, выкачал из нее все технологии, все, что можно было, а потом решил напасть. Так что хватит в Кремле паниковать. Российские войска в Сирии оказались между молнией и наковальней. И пора бы уже между Асадом и Эрдоганом, и пора бы уже выводить подлинно все свои войска, бросать базу Хмеймим и базу в Латакии, ибо пойдут трупы военнослужащих России с еще большей доселе невиданной скоростью. Эшелоны и Ил-76 будут набиты черными тюльпанами и грузами 200 наших военных, так как идет новая эскалация конфликта в Сирии, так как с новой силой разгорается война, которая может перерасти в Третью мировую. И чтобы уберечь Россию, надо как раз не вводить войска, а выводить из Сирии все свои войска, а там пусть хоть воюют до посинения. Главное, чтобы нас не трогали, ну, в смысле, российских военнослужащих. Да. А иначе все будет как в Первую мировую войну, когда Россия заступилась за Сербию и проиграла войну Германии. А через 20 лет Германия дошла до Москвы. Но нет, Великую Отечественную, но нет худа без добра. Понятно, что 1000 россиян и больше скоро погибнут в Сирии от турецкого янычара и его ятагана. Но если бы Эрдоган дотерпел и получил бы от России в подарок атомную электростанцию, то ядерная война давно бы уже началась. И как раз бомбу бы сбросили в Сирию на российские базы. И как раз сделал бы это друг Путина, с которым
Путин, Вась-Вась, Эрдоган. К счастью, российские власти одумались и пока заморозили строительство атомной электростанции в Турции. И чем надо было думать? Ведь это же ещё понятно. Ну хорошо, хорошо. Даже если турки не сделают грязную атомную бомбу на атомной электростанции, то атомные технологии они могут передать кому? Правильно! Крымским татарам! И тогда Севастополь будет радиоактивный пепел. И Киселев тогда сдержит свое обещание и превратит нашу страну в радиоактивный пепел. Пепел, пепел, пепел. Везде пепел. Так что, российские войска, готовьтесь. Турки скоро вам горло представят нож. Фонд Навального, Алексея Нахального, включили в список иностранных агентов враждебного Запада. Минюст РФ включил фонд по борьбе с коррупцией ФБК в список иностранных агентов и его основателя Алексея Навального туда же, в черный список шпионов и диверсантов США внутри России. Ситуацию прокомментировал известный юрист Илья Жданов. Его цитата: «Фонд Навального и его сотрудники никогда не получали иностранного финансирования. Вся деятельность фонда Навального прозрачна и отчеты сдаются в Минюст на регулярной основе. Сам Алексей Навальный публично и нахально обратился к Минюсту с требованием публично и во все СМИ предоставить факты и доказательства финансирования его фонда из-за рубежа. И тут, скорее всего, это сделано будет. Да-да, мы что, впервые родились? Вот как это может быть. Допустим, с обшорных счетов друга Путина, бизнесмена Ралдугина, на счет ФБК здесь, в России, переводится 1 рубль. Обшоры кому принадлежат официально? Панаме. Панама перевела деньги в ФБК Навального? Перевела. А это уже может означать, что иностранное финансирование по всем юридическим признакам. Ага, выходит, что якобы Навальный как раз получал деньги от панамских властей. Ну все, значит, он шпион и диверсант, иностранный агент. Вражеский резидент. Значит, можно делать с ним все, что хочешь. Под соусом патриотизма и ответных действий. Самое пикантное то, что если разбираться в деталях, не по формальным признакам, а по сути, Навальный и его многочисленные расследования работали как раз против реальных иностранных агентов внутри России, против тех, кто имел и имеет виллы за рубежом, счета в обшорах и дома не по карману официальной зарплате чиновников. И вот за это, за то, что он разоблачал реальных иностранных агентов в России, Медведева по паспорту, Менделя, гражданина Израиля, Мантурова, Дерипаску, Золотова, Усманова и прочих, его же Минюст и назвал иностранным агентом. Это все равно, что в суде отправить полицейского, который задержал преступника, вместо преступника в лагеря. После провала на международной арене с финтом Турции, российским чекистам так необходим был враг внутри страны. И они его нашли и клеймили меткой «иностранный агент», ссылаясь на опыт США. Но там, в Штатах, это уже давно признано ошибкой властей США.
Дело все в том, что в 20-х годах, когда в законодательство США вводилось понятие «иностранный агент», то это привело впоследствии к маккартизму. У нас это называется 37-й год. Или по звонку. Суть не меняется. Но только в Америке это менее кроваво происходило. И чекисты как раз хотят этого сделать, если уж не сталинский режим в России, то новый маккартизм, как в Штатах в 50-е годы, и назвать это все путинизм. Напомню, что маккартизм – это движение в Штатах, названное в честь сенатора МакАртура, движение в США, которое ищет и наказывает иностранных шпионов. Но дело все в том, что ищет и наказывает не профессиональных шпионов, а только лишь по подозрению. Держись, Леха, мы с тобой. А патриотам, которые кричат, что они вот-вот на танках ДНР войдут в Киев, я бы советовал снять часы Apple на левой руке во время мутазвонских вечеров на канале «Россия». Соловьев, вот кто на самом деле иноагент, а вовсе и не Навальный, а Алексей Пушков, кстати, тоже иностранный агент, но не США, а Швейцарии. Да. Зеленский заявил об отсутствии планов по встрече с Путиным. Правильно, нечего встречаться с этим отборным хуйлом, ебучим во все щели, который желает и делает Украине не только гадости. Зеленский говорит, что вопрос конфликта на юго-востоке Украины может обсуждаться в двух форматах. В нормандском и при личной встрече с главой кровавых гибистов России. Зеленский хочет встречаться с Путиным только при свидетелях, то есть в нормандском формате. Украина хочет, по словам Зеленского, закончить войну. Однако Зеленский должен понять, что войны заканчиваются двумя способами. Их проигрывают, и тогда победитель или победители диктуют свои условия проигравшим, либо войны выигрываются. Но так как победой ВСУ в Донбассе даже близко пока не пахнет, то Зеленский хочет подписать акт о капитуляции Украины перед Россией. Но чтобы выглядело это все как победа Украины, что практически невозможно. И уже 14 числа настоящие патриоты Украины, нацкорпус Белецкого, готовит новый Майдан против пораженца Зеленского. И судя по инфе, которая есть у меня, Зеленский от этого посидел. Во-первых. А во-вторых, он мечтает вернуться на сцену в качестве комика 95-го квартала, где ему максимально комфортно. Прекрасно понимает, что иногда народ своих правителей нет-нет, да и вешает и расстреливает. И пример Чаушеску заставляет вздрогнуть Зеленского, хоть это было и давно. А я говорил, я писал, что возглавлять страну дело непростое, ее можно возглавить и в 30, и в 20, и даже в 14 лет, но для этого ты должен быть политиком от мозга костей. Они сами понимаете кем, даже не артистом, а просто комиком. Самому Зеленскому некомфортно в статусе президента Украины, это видно по фотке, которая у вас сейчас на экране. И он заявляет, что никто не говорит про встречу с Путиным, потому что все против. Я вот сам злыдня, наоборот, говорит, что с этим мальчиком Зеленским можно иметь дело. И что
пока его не надо критиковать. В этом плане Путлер вновь пробил дно. Он словно педофил, хочет наброситься на очередного украинского мальчика. А Зеленский нет, да и поддается искушению старших, педофилов. И скоро из России, и скоро его того, сами понимаете, отчпокают. Как Франция, так и Германия, ну и, конечно же, Россия в политическом смысле. Поэтому, конечно, власть в свои руки должна наконец-таки взять в Украине настоящие патриоты этой страны. Нацкорпус Белецкого, который будет драться с Россией до последней капли крови украинцев. По-другому войны не выигрывают. Это вам не компьютерные стрелялки, это реальная жизнь. Поэтому все те люди, которые сейчас находятся в Украине и смотрят мою программу, 14 числа я вас приглашаю на Майдан против президента клоуна. Помните, что вы его избирали за тем, чтобы он реформировал Украину, а не продавал землю Украины каким-то коррупционерам из Штатов. Так сказал Денис Николаев, лучшие правители Украины, лучший правитель Украины будет из числа националистов. И еще по поводу того, с чего мы начали, про Рогозина и Илона Маска. Когда Россия вновь потопит свой корабль, уже украинцы будут сидеть на Марсе. Почему? Потому что сейчас у России нет даже ракет на Марс, а у Украины есть уже целых 8 проектов, как отправиться на Красную планету. Вот так. Не у всех украинцев, но, по крайней мере, у одного из Черкас. Да, вот такие вот новости. Вот такая вот шиза на сегодня. А Крым у Кобзда. На этом все, пока.